Вашему вниманию представляем сайт Photoshop 13 для нашего канала. На сайте вы можете прочитать последние новости по каналу, скачивать необходимые файлы, смотреть видео прямо на сайте, общаться на нашем форуме и многое-многое другое. Ссылка на сайт в описании под видео. Флати одобряет! Есть! Здравствуйте, с вами Photoshop 13, мы продолжаем проходить игру Black Mesa. К сожалению, мне придется сейчас проходить заново главу поверхностного достижения до того места, где мы дошли. Соответственно, вы это будете видеть, потому что произошло обновление Black Mesa, где изменили дневную текстуру, добавили, что-то изменилось, но также добавили новые карты, которые были вырезаны из оригинальных Black Mesa. Ну, уровней с Half-Life 1, которых в Black Mesa не было. Так что мы до них сейчас быстренько дойдем, но придется вам подождать немножко. То, что я опять мучиться, проходите все ужасы и ждите. Короче, продолжаем. Конечно, пока еще не с того места, где я остановились, но я уже заметил новые улучшения. Как я читал на форуме, Half-Life Insight, кто знает такой сайт, где можно узнать все нововведения, допустим, Black Mesa, то же самое, обновление. Вот на этой карте объявлены некоторые места. И одно из них я сейчас только что заметил, поэтому решил сейчас восстановить запись, потому что тут появилась радиация. Да, меня слышать, радиация. Тут не было радиации, тут теперь радиация. И много сложнее. Вот и обновление. Радиационная хрень. Барнаклов до хренища. Ну, вроде они так же были, но радиации тут раньше не было. Все. Ты где? Тут попал же. Умри уже. Пипец, блин. Вот видите обновление какое. И тут тупик, что ли? Не, я должен открыть дверь. Окей, давайте посмотрим, есть тут наведение или нет. Или все то же самое. Да не, вроде все то же самое. Что-то увидим, и я возобновлю. Не, все-таки ошибся, тут есть наведение. Другая локация, измененная. И сложнее теперь играть. Раз. Два. Три. Блин, вот такой хрен. Ладно, давайте сейчас к нему подойдем и убьем. Сейчас я скажу, что тут нового. Во-первых, тут не было вот такой хрени внизу. Это новое. Изменили локацию, да. Иди в жопу. Сейф. Срочно, срочно. Вот я быстренько теперь все делаем. Че у нас тут еще наведения какие есть? Ну того поста точно не было. Выход Б теперь сделан через канал такой. Вот что-то еще есть. Бронька. Бронька всегда не помешает. Да, да, да. Всегда не помешает. Так, так, так. Что у нас тут еще за наведение есть? Если что, я отключу запись и начну, где я остановился, если не нажду наведение. Окей. Должно открыться путь туда. Оттуда вылезает до хрена солдат. Нет, не отсюда. Ну, я не отсюда договаривался. Как ты издалека попадаешь по мне? Надо рыться, блин, промазал. Блин! Надо было по этому попасть, а я попал не по тому. Блин. И сейф тоже не особо хорошо сделал. Ты сдохни. Как он издалека по мне попадает? На! О, на кусочки. Просто охреневший жопник. Вы видели? Охреневший жопник. Вообще обнаглее так делать. Реально. Ну, это все помню. Так. Окей. Что-то новое тут появилось. Интересно, минные поля там изменены? Изменены по-другому. Еще сложнее. Это я помню, проходил. Взорвал. Я помню, проходил, чтобы... Хит крабы не активировали мины. Теперь все по-другому, тут еще сложнее. Ладно. Будем вот так делать. По старинке. Угу. Только еще тут. Так, это было у нас, это было. Что у нас тут еще новое? Проходим на скорости света. Я тебя видел, тварь. Давай. Молодца. Где? Молодца.
Молодца. Где краб? Вижу. Где еще? Я не вижу крабов. Слишком дохрена крабов в этом месте. Так. Угу. Да, вроде остальное все то же самое тут, да? Так, это С2А5Б карта, да? Я правильно понимаю? Статус С2А5Б, да. Так. Тут все то же самое. Все. Ну да, окей, пока что все то же самое. Какие там карты обновления? Сейчас посмотрим и что возобновим. И да, кажется, забыл что добавить в это обновление, если кто зайдет на findsite.ru, майское обновление Black Mesa. Намного быстрее все грузится карты, да. Вот что я хотел еще отметить. Так, продолжаем. Минут 20 потратили времени, наконец дошли до места, где мы остановились. Всех поубирали, всех побросали. Просто на скорости волнейшей. Но у нас хоть осталось много жизни, но броньки не так много. Ну вроде вот тут есть бронька. Бронька. Да. Нет, тут патроны. И все. Вот следующая карта, на которой мы остановились, это получается карта С2А5Е, которая обновлена. Сейчас, то есть, по идее, теперь место, которое не было тогда, теперь оно появилось. То есть, усложнено и по-другому все. Хотя вроде сверху тоже проходили, там должны быть минные поля. Как я помню. Ладно. Сейф. Ты точно там остановились? Вроде да. Давайте проверим еще раз. Да, я тут и остановился. Окей, все. Да, вот этот скат. Дальше мы уже не проходили. Так, Вортигон. Да-да-да. О, у нас, кстати, револьвер, я что-то забыл, что мы что-то не тратим патрончики. У нас их много, револьвера. Так. Да, я помню, тут будет какая-то жесть. Какие-то мины, еще что-то. Все на русском, охрана. Звонить. Звездка 91, внутренний номер, да. Попадешь сразу к охране, которая мертва. Так, мины. Ну, естественно, не закрыто все подряд. Грузовичков ничего нету. Бронька. Мины. Разбросаны по всему залу. Так. Высокое напряжение. 10 тысяч воет. Спасибо, Кэп. И не убивает не сразу, самое интересное. Вроде 10 тысяч вольт, а я как-то еще выживаю. Наверное, за счет своего костюма. Ладно. В любом случае, отход. Так, что-то написано. Особо охраняемое хранилище. Только уполномоченный персонал. Как я ее люблю делать? 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Ну. Ну, хоть больше взрыва дайте. Пасть не могу. Все, обмаем бахнуло. Так, что у нас тут? Не загромождать! Запрещено сжигание мусора в этом контейнере. Уполномоченный уже полностью на вашей ответственности. Офигеть, да, перевести что угодно, даже вот такие низкокачественные текстурки. Граната, помощь. Бабух. Молодца. Все. Айо. Эй. Тебе помочь, чувак? Лау. Короче, мы продолжаем. Я выяснил, что последнее обновление Black Mesa не всегда срабатывает эта русская озвучка. То есть, из-за чего все ученые молчат. То ли вот эта команда CND Restart перезапускает эту штуку, и она требуется делать, пока что не выйдет патч, который исправляет эту заморочку. Теперь слышно, что они говорят. Извини, я тебе помочь не могу. Прости. Как? Ну, это решил помочь. Дурак. Там, короче, снайпер сидит. Вот он где. Тварь. Хедшот об стенку. Всегда помогает. Я думал, откуда он стрелял? Он сзади, блин, был. Так, что у тебя за привопас? Вот, спасибо, 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 спасибо. Быстренько-быстренько бежим, 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 бежим. Так, это не решили переводить, ну и ладно, мне это пофиг. Так, мины поя, быстренько пройдем. Так, тут еще один снайпер, я помню, сидел. Он где-то вот тут сидит. Я умею перепрыгивать.
Уж точно, поверьте мне. Ой, хватит тормозить. Блин, клавиатура не садись, это не вовремя, ты садишься, конечно. Вот он. Понял? Тварь. Так, все. Что у нас тут? Так, так, так. А вот мы обошли это место, кстати, как раз, да. Блин, клавиатура, ну. Реально. Садиться, когда не надо. Он будет пытаться, кстати, что. Так. Да ты же сдох. Ну, реально. Блин, как мне... Короче, наверх заедем, его убьем. Так, отключаем электричество, выкол. А ты, тварь, ты сейчас поздороваешься с гранатами. Как? Хорошо, то сохранился не в тот момент, когда он меня стрельнул. Тварь тупая. Иди в жопу. Ты меня достал, реально. Ты чё, ты попасть не можешь? Сдохни. Все? Все, на куски убил его, все. Окей, все. Мы убили его. И это главное. Так, куда это ведет путь, кстати? Вот там секретки какие-то есть. Бронь какая-нибудь, еще что-то. Не. Ладно, идем вниз, что еще и куда идти тут? Вниз? Вы направляетесь в комплекс Лямбда, не так? Да. Я и сам туда шел, пока не очутился здесь. Ну и. У меня просто сдали нервы. Взгляните через эту дверь, и вы поймете, о чем я. И о чем ты? Переждать эту катастрофу здесь. И если вы собираетесь идти дальше, умоляю, ради всех нас, продвигайтесь с максимальной осторожностью. Че-то как-то заморачивает эти слова его. Да чуть, блин, мышка, ты тоже будешь еще тормозить, тоже когда не надо. Пусть погромче не говорят немного. Так. Чё тут? Ну и что тут? Мина? Да блин, мне эти мины, на них пофиг. Понятно. Мины нельзя взрывать. Ну, ладно. Да и чё, проще на пальный реп. Я мастер по прыжкам. Иди в жопу. Хелькраб. Обнагревший. Блин, ну реально, это что, очень сложно? Вот это очень сложно прям. Да блин, проще панной репой. Для моего класса, моего уровня. Чё у нас тут? Понятно. Тут что? Открывается проход дальше? Ну понятно, тут все заминировано. Все заминировано. Ладно. А если пойду отсюда? Угу. Понятно. Да, хоть я первый помню, такого же места было наподобие. Но мне кажется, это легко же, не? Вот так, 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 так. Куда там идти можно дальше? Давайте сохранимся тут. Крутая музыка, кстати, играет вообще. Офигенная. Так. Так-то. Да, всякие ракеты. Ракеты тут. Завод по технике с ракетами. На. О! Я на другой стороне. Так, 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 что у нас тут? Давайте будем под лупой, посмотрим. Да. Да не тебя. Да не боеголовку. О! ЛСД. Ладно. Аккуратно, аккуратно. Склоняйся на каждом шагу. Давай. Бронька всегда помогает. И не помешает никогда. Обещаю вам. Окей. Чё же тут одобрено у нас? У нас тут обновлено непонятно что. Не работает. Так. Лифт. Я знал. Сейчас что-то такого будет, но я предугадал это. Ух. А чё там, кстати, есть? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Во, видите, какой я паркурщик. Ну, конечно, я когда-то смотрел прохождение, блин, и сам проходил английскую версию, но давно уже, года 2-3 назад. Ну, чё, время летит.
Но я что-то помню даже. Ладно. Я помню, надо в лифт. И тут у нас новое оружие, да, помню, да, вот от этого Гранта. Вот. Вот оно. Оно, это вообще охрененная хрень, я обожал ее. Хафа первый. О! Что это такое? Охрененная херня. Ой! Ну нахрен я нажал. Красивая херня, да? А? Ты еще одевать будешь сейчас? Гордон, успокойся. И тебе норм, да, стало? Понятно. Ладно. Ты еще аккуратно смогла закрыть эти штуки, не повредив эти мины. Окей. Все, мы по ним кинули этот завод, только не надо там Джимена каком-то или теть краба, который в лучи прыгнет и все взорвет нафиг. Реально. Этот по-дурацки будет. Так. Все, мы не спустились. Кого убирать? Мины? О! Ну-ну-ну-ну! Ну как вам новая оружка? Та-та-та-та-та-та-та. Отвлекайтесь на мух. На мух отвлекайся. Он попал в меня! Чарли! Чарли! Кстати, они теперь тоже разговаривают, да, то они вообще не говорили. Пока я перепроходил заново, это было странно. Потому что мне наруч звучка не работала. Ну, кто бы мог знать, а? Что сказал? Меня немного поджарило? Ну, я вроде тебя не целился, но может тебе попала одна из мух. Тебя все пытаются убить, только всех свидетелей, кто причастен к этой Black Mirror, всех ликвидировать. Извините, то нос чешу, просто, блин, не могу. Щекотно. Пойдем. Пошли, 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 пошли. Let's go, let's go, let's go. Чё там за тварь у нас сидит? Давайте посмотрим. Тварюга. Не, там смена уровня. Всегда помогает. Смена уровня, да. Ну давайте тогда уж на этом закончим. Дальше уже будет как по расписанию идти. И с вами была FlutterShavitTunata. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И конечно же пока. Еееей.